Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! У меня цель жизни есть, я хочу его пережить. Я это делаю. Мне 17 лет, и всю свою жизнь, осознательную, неосознательную, вообще вот как родилась, так рядом со мной шел такой лысый мужчина. Если бы не было насилия, то тут было бы уже тысячи человек и больше. Понятно? Если бы не было насилия, нет. Ага! Как меня слышно, нормально? Да! Активистской акции в поддержку забастовки избирателей. Ура! Постепенно! Снижение уровня жизни. Санирование экономики. У него нет ощущения объективной реальности. Много людей, куда нельзя детей вести, ходить из них никуда. И вообще никаким дядям не подходим, никому не идем. Это же мама, если у вас в голове нет ничего. Простите, мы же дети, без родителей, как так? Организацию НОД, да? Ветерёгин будущий? А, Путин же нравится? Отлично. Нет. Так его боятся. Скажет, наверное, что-то не то. Чёрт его знает. Основной вес патриотизма — это так называемая его народная поддержка. Агитировать людей, чтобы они не ходили. Потому что рядом с его фамилией стояло слово из трех букв КГБ. Больше всего на свете я люблю закон. Я люблю конституцию, которую принимал народ. Единогласно. Понимаете, из нас сделали объект, причем такой мелкий, такой убогий объект, который готов лизать пятки этому. А в целом, конечно, участвовать в этом идиотском перформансе, который называется выборами, которых нет уже который год. Вы знаете, Путин сожрал вашу молодость, он сожрал. Меня-то не обожрешь, у меня цель жизни есть, я хочу его пережить. Я это делаю. Тот же самый наш несчастный лидер говорил, что страшно с ней не хочет себя увидеть, засидевшихся на этом месте. Но прошло с тех пор 18 лет, и что-то, ну я не знаю, власть начала обязана поддерживать государственный порядок. Я не знаю, сотрудники МВД. Кто следующий? Мы предлагаем перейти на другую площадку, на Свободен драмтеатр. Мы это и хотели сделать. Что-то здесь говорит, важно. Основание. А, граждане, в общем, вы все слышали, да? Если человек сказал что-то, и почему мы должны слушать? Уйдите за своим мероприятием немножко в сторонку.
Вот уходите, уходите, свой господин, уходите. Домой выбор, давайте продолжать дальше. Если мы не уйдем... Вор! Путин 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 вор! Штаб забастовки избирателей Великого Новгорода вовремя не подал уведомление, потому что координаторы были заняты в судах. И поэтому мы действительно здесь находимся сейчас незаконно. Согласны? Но мы за месяц, мы подавали, естественно, уведомление заранее, но все это отказывались. Мы хотели провести митинг. А, мы можем поднять руки, но нас, скорее всего, задержат. Если вы как бы готовы, ну как бы. Ну что за дело? Конечно, это наше право. Есть. Может, вы будете на меня хотим послушать. Так что остаемся здесь. Кто? Полиция будет защищать наше право? Просто смотрите, вот там стоят люди, да, смотрите, а кто у вас стоит? Не люди, что ли? Я имею в виду, кто у вас? Ну, там, нарушал, будут, нарушал, там будут уже другие люди разбираться, не нужно. Наше дело только довести. У тебя это приказ выполнен? Позор! 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 На том основании вы применяете силу. Я где-то выставляюсь. Перчатку никто не терял? На участке и фиксировать нарушения, которые там будут происходить. Мне 17 лет, и всю свою жизнь, осознательную, неосознательную, вообще вот как родилась, так рядом со мной шел такой лысый мужчина, который стоит рядом с трехцветным флагом. Что-то не так рядом, что-то не так с людьми, которые каждый день проходят мимо меня. Здесь, кто не поддерживает Алексея Навального и всю, кто сейчас не стоит тут, рады тому, сколько перерезано возможностей у россиян, не только... Я не знаю, возможно... Выдержали. У нас по итогу нашего митинга 5 задержанных, которые сейчас в отделении на улице Кооперативной. Сказать вам всем спасибо, аплодисменты огромные всем, кто пришел сегодня, почитал. Региональных центров, во всех региональных центрах и даже в других городах проходят митинги. Люди это видят, и я думаю, люди хотят что-то менять. Понятно.